Вот какие красивые места. Море не видно, как будто в пустыне находимся. Вот в этот остров Ланзароте. Вокруг никого нету. Только мы и наш такси. Выглядит как Сахара. Хоть бы Сахара здесь не так уж далеко, сколько говорили, там 100 с чем-то километров отсюда. Испания намного дальше. Ну, здесь уже почти Африка. Потому верблюды тоже пришли из Африки. День хорошо поехать с этим такси, просто надо держаться, чтобы не упасть. Конечно, сочувствую Роман со сестрами, что мы такую экскурсию потеряли, но в другой раз, как говорит Роман, все отлично.